8 часов магазины все закрылись. Все. Пока, роллер. До следующих встреч. Поехали. Еще покатаемся. Subway, TTL, Subway. Где Lidl? DM. А, вон там Lidl. Чё, закажем вегана мама? Нет. В следующий раз. Ну-ка, поехали, поглядим, что там за магазины. ТТЛ, БТЛ, ДМ, Лидл. Ну, Лидл я вижу. ТТЛ вот этот. Вон он, Sports Belege. Sports Belege. Это покрытие, оно попольное. Напольное покрытие. Вот вход. ТТЛ гардинен тапет. Это обои гардины. ДМ, естественно, закрытый. Понятно. О. Общежитие для гостей. Ну и Lidl магазин. Он еще работает разве? Volvo. Класс. Поехал на работу. Поглядим, что вон там направо. Что там есть? Мебельный комфорт. Там музыка играет. Мы, оказывается, выехали на тротуар. Комфорт. Так. И куда мы выехали теперь? Куда нас эта дорожка приведет? Там, походу, какой-то ресторанчик. ЛПГ. Что такое ЛПГ, не знаю. Зудвест химии. Если интересно, где я нахожусь сейчас. Пфаффенбек. 21. Надо поглядеть по карте, где это. Я что-то не знаю, где мы находимся.
Может быть, мы сейчас поближе к дому, а мы поедем обратно по знакомой дороге и в объезд. Даже не знаю. Папенбек. Этот специалист для продолжения жизни машин и анлаген, что это такое, как это по-русски, анлаген. В общем, вы поняли. Поедем, что там дальше, да. Обратно поедем, а то уже у меня аккумулятор ни одной зеленой. А ехать далеко. Мы ехали 45 минут до роллера. А мы еще дальше поехали. Тут до угла доедем, до угла. Тут Альди, магазин еще. Поглядим, что там направо. Если ничего знакомого не увижу, значит, поедем обратно. О! Opel такой классный. Это Альди. У нас Бавария, поэтому тут Альди Зюид. Зюид. Альди Юг. Вот. Так, Волперт. Что такое? Волперт. Волперт. Наверное, читается. Вон он. Волперт. Волперт. Поглядим, что там и... Да. Вот что и... Посмотрим. Бистро. Плейхаус. Спил. Бистро. Игры. Удовольствие. Велперт. Велперт. Что это такое, я не знаю. Конечно, ехать можно бесконечно. Вот ДМ, опять реклама, наверное. И куда мы выехали? Центр. Китайский, что ли? Доганкан. Супермаркет. Супермаркет. Надо же. Доганкан. Не знаю, да. На каком это? Надо кухни делать. Наверное, магазин. А это, наверное, Баумарк. О, видимо, Баумарк. Если это Баумарк, значит, мы сделали круг. Сейчас выйдем. О, метро.
вон там метро. Значит, можно здесь ехать обратно домой. Метро. Тут я железную дорогу переехал. В другом месте, правда. Метро. Тут точно. Там Баумакт. Строительный магазин. Хорнбах. Баумакт. Точно, это Баумакт. Строительный магазин. Вот если ехать туда прямо, можно выехать через... Ладно, поехали мимо метро. Рютер, вон магазин. И домой поедем. Метро. В который не так уж и просто попасть. Кебаб-пицца закрыта. Байва написано. Вот он, Бау. Штутофе. Байва, значит. Мы объехали вокруг. Как раз опти. А, вот вам и почетный круг. Вот на опти, где мы были в прошлом влоге. Ну да, вот она, пожалуйста, БОЦ. Да, Фарих Пестен. Не знаю, что это тут за... А, веломагазин. Это бывший мебель Малер, который опти, и все. Эдика, там Кик и Тедди, все. Вот такая у нас прогулка получилась. Поедем сейчас домой и будем ждать следующей погодки, чтобы погулять еще. Давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне нужна ваша поддержка. Очень нужна. Давайте, ребята, всем пока. Чус. А мы поехали домой. Мяу. Снова здесь. Здесь мы начали видео. Здесь мы и закончим. Вон туда мы поехали в начале видео. И поедем домой.